Но сейчас о погоде. К концу недели морозы в крае должны ослабеть. Такой прогноз дают региональные синоптики. Первая половина недели ожидается все еще холодной, а вот к воскресенью температуры начнут расти. В центральных и восточных районах края до среды ожидаются аномально низкие дневные температуры, до минус 28 градусов, а местами даже до минус 37. А это на 14 градусов ниже средних многолетних показателей. К пятнице потеплеет до минус 17, а к воскресенью вовсе будет от 7 до 12 градусов ниже нуля. На севере края в начале недели будут холода до 40 градусов. К концу недели столбики термометров тоже поднимутся до отметки минус 13, минус 18. Больше всех ощутят потепление жители южных районов края. К воскресенью синоптики обещают, там всего минус 4, минус 10. Аналогичная ситуация и в краевом центре. Первую половину недели мы ожидаем еще холодную погоду. Так в городе у нас ожидается погода без осадков. Ночные составят порядка 31-33, дневные 25-27. И уже к пятнице повышает днем 21-23. Ветер сегодня будет в восточной четверти 3-8 метра в секунду. И только в самом конце периода, то есть в воскресенье, мы ожидаем небольшой снег. И ночные составят 10-12, а дневные 7-9 градусов.